них не будут выступать ряд игроков, ведущих из-за травм, то есть и там всего других обстоятельств. Вот, все равно эта команда замены, те, которые мы видели игроков, то есть мы видели список 40, видели список 23, то есть замены, это можно сказать, у них равноценные, то есть стиль игры у них не поменяется. То есть это самый лучший чемпионат на сегодняшний день в мире, и поэтому силу команды можете себе представить. Ну и сборная Англии, это соперник, можно сказать, предсказуемый, потому что обычно, если им ничего не противопоставить, это можно в футбол смотреть два тайма, но значит, мы бы не хотели этого делать, поэтому мы с ним серьезно подготовимся. Думаю, мы рассчитываем на хороший результат. Значит, так же, как и все другие команды, значит, и Чехия, и Англия, то есть все ставят высокие задачи, самые высокие. Мы не исключение, мы постараемся эти команды опередить. Подготовки, то есть это покажет результат, правильно мы сделали или нет. Значит, но на данный момент у нас просто такое количество соперников мы бы не нашли. Вот, а нам нужно было, чтобы все игроки получили игровую практику, потому что у нас это проблема номер один в клубах. Вот, поэтому мы сыграли 8 игр, каждый игрок сыграл 4 игры. То есть, но то, что соперник не очень силен, это все равно, это игра, это не тренировка. То есть, кого сумели, смогли найти на данный момент, с кем мы играли. Если брать соперников из-за рубежа, то есть, там, 90-е годы младше, то есть, ну, во-первых, у нас на фоне тренировок были игры, значит, у нас, нам бы могли быть сложности. И, во-вторых, не все соглашаются. То есть это не так просто, это заранее нужно планировать, чтобы сыграть и все остальное. И мы 90-й год мы не стали обделять, потому что сборная Франции серьезный соперник. И у 90-го года осенью мы уже стартуем отборочные игры. У нас только остается там турнир Лобановского и все. Вот. Но то, что мы удовлетворены подготовкой и состоянием ребят на данный момент, я говорю сейчас на 100%.